Как-то раз возле дома престарелых на скамейке сидели три старухи. Мимо проходит дед, и одна ему говорит: «А спорим, мы угадаем твой возраст?» Дед: «Да что вы в этой жизни знаете, старые курицы?» Одна говорит: «Поспорим, но для начала нужно снять штаны и подштаники. Уж точно тогда определим твой возраст». Дед так долго смущался, но желание выиграть спор взяло верх. Дед снял штаны, они ему говорят: «Ну, повернись с одной стороны, со второй, потряси немножко». И они ему говорят: «Ну, тебе 87 лет!» Дед: «Ядрёна вошь, как вы угадали!» Они говорят: «Да мы у тебя вчера были на дне рождения!»